Волонтерский штаб «Мы вместе» совместно с сотрудниками администрации района и Дома молодежи отправили очередную помощь мобилизованным землякам. Как все происходило, смотрите далее. Сбор гуманитарной помощи в поддержку мобилизованных граждан набирает обороты. В этот раз сотрудники администрации района, благотворительный фонд «Мы вместе» при Доме молодежи и волонтеры муниципального штаба акции взаимопомощи «Мы вместе» собрали денежные средства на 8 индивидуальных наборов. В их составе продукты, одежда, медицинские принадлежности и 840 газовых баллонов. Такая помощь носит заявительный характер. Если ваш муж или сын мобилизован, то обратитесь в администрацию Амурского муниципального района или муниципальный штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» по телефону 99 8 28. Волонтеры акции взаимопомощи «Мы вместе» самостоятельно шьют балаклавы, вяжут носки. И если вы тоже хотите присоединиться к данной акции, вы можете принести продукты нескоропортящиеся. Все желающие могут передать в пункты приема необходимые вещи для гуманитарной помощи. Так, например, амурские рукодельницы охотно взялись за дело и решили изготовить балаклавы для мобилизованных, так как совсем скоро наступит зима. Впереди зима, и нашим ребятам действительно такие изделия, они необходимы, они закрывают и голову, и шею одновременно. При морозах они спасают хорошо. Решили, что можно попробовать самостоятельно оставшиеся деньги, которые сэкономлены с покупок уже готовых балаклав, уже пойдут на более также нужные вещи, такие как медикаменты, опять же носки и так далее. 7 мы уже отправили мобилизованным ребятам нашим. Она будет аккуратно сложена, у нее будет своя брендированная этикетка и также свой брендированный значок будет на, вот здесь на шее вышита аппликация из триколора в виде буквы «В». Изначально я закупила 4 погонных метра ткани, это флис, теплый очень материал. Это получилось порядка 13 балаклав уже готовых. Далее, соответственно, мы рассчитали этот момент и закупили еще 16 метров ткани погонных. Это, то есть, порядка еще 50 штук. То есть на данный момент в планах отшить 60-70 балаклав. И я думаю, что мы на этом не остановимся, потому что также в планах привлекать швей, которые, то есть для которых я буду раскраивать материал. Задача швей будет просто сшить изделие, я буду просто забирать и передавать фонд «Мы вместе», и мы будем отправлять адресно тем, кому это действительно необходимо. С такой идеей Евгения обратилась в администрацию района. Также ее поддержало руководство Дома молодежи и районный отдел управления образования, молодежной политики и спорта. Была оказана финансовая помощь в закупке материалов. Также выкладывала информацию в интернет, и люди оказывали поддержку словами и финансово. За все время существования волонтерского штаба «Мы вместе» 32 волонтера приняли, отсортировали и отправили 600 килограмм гуманитарной помощи. Это около 60 индивидуальных наборов, состоящих из продуктов, одежды и других важных вещей. Анатолий Карпов, Юрий Щетина, телеканал «Амурск».